Всем привет! На связи оптовый магазин «Море Опта». Меня зовут Екатерина. И сегодня у нас на обзоре детская цифровая камера. Сейчас мы откроем коробку, посмотрим комплектацию, как выглядит наш фотоаппарат и его функции. Открываем первую коробку. Тут у нас лежит голубой фотоаппарат. Материал пластика очень качественный. Такой прям плотненький. Включаем фотоаппарат. Сейчас посмотрим его настройки. Вот это кнопки управления, галерея, настройки, управление. Также у фотоаппарата есть различные рамки, фильтры. Прям ребенку будет очень интересно играть с таким фотоаппаратом. Так, давайте зайдем в настройки. Вот такие вот у нас настройки. Объем 1,3 мегапикселя. Так, можно поменять язык, частота, вот даты. В принципе, настройки для такого недорогого фотоаппарата действительно хорошие. Сейчас мы посмотрим вторую коробку, что находится в ней. Так, сейчас мы выйдем отсюда. Все, мы его выключили. В второй коробке находится такой же фотоаппарат, просто розового цвета. То есть их не главное отличие, это просто цвета. Вот. Вот так вот они выглядят. Давайте посмотрим на их комплектацию. Так, это подвеска, на которой завязывается фотоаппарат, чтобы ребенок его не потерял. USB-провод, чтобы зарядить камеру и скачать фотографии с компьютера. Так, инструкция, как пользоваться фотоаппаратом. На английском и на китайском, что очень хорошо. Ну вот, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на котором мы регулярно будем выкладывать все наши топовые новинки. Всем пока!